будем пока туда добираться, буду подкастить. Я острова не вижу. Блин, это херово, ты видишь. Короче, мы ускорим. Потому что у тебя стоит на семерочке, поставь на... Что на семерочке у меня стоит? Графику на утро поставь. Ага, а у меня, по-твоему, какая? Вот сейчас на три настройки. Где? А как? Ползунок вправо. На десятку? Да. Сейчас у меня охуеет от такого, наверное. Вот. Прям пуктер. Во, теперь вроде вижу. Стой. На корабль дальний погрузился, обосраться. Да. В общем-то, что мы имеем? Так. Да ты потому что, блядь, вообще такой навигатор. Я не вижу, где твой сраный остров, блядь. Значит, ладно, погнали туда. Смотрите, плоские корабли летают, сука. В общем, мы будем этот момент ускоренно, скорее всего, но голос мой сейчас не ускоренный, и поэтому я буду подкастить, в общем-то. За текстуры будут, но я не знаю, что это будет, поскольку мне точно известно, что легионские инсты мы записывать не будем, поскольку там способ вылезти это очень сложный, практически невозможный в некоторые... Да какой там некоторые во все инсты? Мы записали один, правда. Ну, может, еще что-нибудь найдем. Короче, еще один источник мне говорит, что в Пандаренский инсты теперь тоже не вывести. Мол, туман не убрать и этот... что там еще? А, и невидимые стены. Ну, в принципе, не знаю, проверять я это потом буду. В общем, по поводу вообще контента всего на канале, я буду, скорее всего, выкладывать тематическое видео, но это тоже за текстуры, в плане, я имею в виду, не просто тематическое видео, сериал «Экзоглиф». Кстати, кто вообще, мне кажется, новые подписчики не в курсе, что у меня сериал был. А этот, «Приключения Паггеров», вот вы «Побег из Гилнеса» посмотрели, скорее всего, будет вот эта вот чисто серия видосов именно вот по этой франшизе, потому что реально написан уже сценарий на 5 эпизодов, ну, считая те 2 эпизода, которые уже существуют, это еще 3 осталось. И как бы будет он с каждой серии что-то новое, что-то интересное. И, конечно же, это будет про багги, иначе это бы не было приключения баггеров. И, кстати, можете сами эти багги потом проверить, не вдаваясь в тематику, а просто в способ. Потому что все, что показано в сериале, это работающий способ. Опущусь. Итак, прошло 2,5 часа. На часы, внимание, обращайте, здесь вообще 13:34, хотя у меня сейчас намного больше времени. В общем, мы приближаемся к первому острову. За бортом сейчас минус 60 градусов. И мы падаем, скорее всего, сейчас мы помрем. Не высаживаться и планировать ДХшником? Тебя сейчас нахуй обратно телепортирую. А, фу, блядь, я уж обосрался. Ну, в общем, приближаемся мы к острову, который называется «Воспоминания Аргуса». Фу, блядь. Побег из Аргуса, сука, блядь. Аргус. Заклинатель, блин. Этот, побег с Аргуса называется этот, даже не сказать, что остров, это локация. Почему я ошибся? Потому что сейчас тема была о том, что Трой предположил, что это фрагмент будет квестовой, ну, само... по себе это логично, потому что локация очень маленькая для кача, находится очень далеко от острова, то есть вон там вон наш остров позади, вы все равно мою мышку не видите. Ну так вот, короче, то, что тут все меняется, и это будет воспоминание пророка Велена о том, как он съебывал с Аргуса. Вот. Фиг его знает. Ну давайте посмотрим, чуваки, делайте ставки, это правда или неправда, я понятия не имею. Ой, я жив. Слушай, так чё, в конце концов, мы сейчас нормально приземлимся или мы расшибёмся? Как бы мы здесь побегать, походить сможем? Куда захотим? Я спуститься не могу, ну, полностью. Я только вот так вот могу, и ты можешь так поснимать. А я могу как-то спуститься сюда, побегать, подписчикам показать, что тут есть? А, ну, могу тебя попробовать высадить, но нам надо будет обратно багаться, точнее мне. А тебе садиться, и нам обратно будет этот же путь пролетать. Блять, ну это того должно стоить, я думаю. Не показывают же фрагментами вот этот весь остров. Ну давай попробуем высадить. Главное, чтобы тебя обратно не телепортировали. Эх, я его знает. Слазь. Блять. Телепортировал. Сука.
Да в рот ее ебать, блядь. Чё мне теперь тогда делать? Ладно, стартанем, когда будем там. А всем привет, мы стартуем. Нет, мы еще не добежали, мы хотим просто заснять дискошар. Это, кстати, та палитра. Это палитра, это танцпол. Здесь какие-то мобы тут, что были, они вниз упали. Кстати, палитра, походу, тут сделана из рамок для картин и каких-то зелек горящих. Я не знаю, что это такое, но прикольная штука. Вообще текстура дискошара, вот это вот все. А, мне нравится. Не думаю, что в момент релиза самого Аргуса, когда добавит на офф, будет здесь какая-то потайная комната или еще что-то, или вообще квестом обыграна как-то вот эта хрень. Ну, раз модель добавили, где-то вы встретите это. Ну, пока гадаем, а потом увидим. Ладно, стартану, когда уже будем на острове или увидим что-нибудь интересное. Итак, короче, прошло до хера времени, и мы в результате лезем на другой остров уже. И я боюсь слезать с него, ибо меня выкинет. Хотя меня открылась вот локация, вот у меня Макарий локация, такого, понятное дело, нету. Вот, кстати, тот остров, на который мы первый раз лезли, блядь. Вот это мы сейчас на новый лезем. Вроде как Трой сказал, что у нас получится здесь как-то сдохнуть и появиться уже на заселенной локации. То есть, прикиньте, эту локацию все-таки разработчики заселили, то есть тут есть мобы, квестов пока что нету, да и хера они тут будут. В любом случае на ПТР они не скоро появятся, я думаю. Ну, в общем-то, локация, общий вид немного уже виден, как таково. Ну и что еще, если мы ее вот либо вот в таком формате сейчас отснимем, то и дело, падая, приземляясь, ну, потому что, ну, извините, другим способом сюда попасть не получится. Подожди, может, еще высадимся? ФФС еще не изобрели, поэтому высадиться, я думаю, что с малой вероятностью, что получится. В общем, что здесь прикольного меня вот впечатлило, это, во-первых, что локация какой-то заборы непонятные окружает, их сейчас не видно, они под локацией, какие-то заборы, блядь. И вот эти вот штуки непонятные на пальцы похожие, на что это такое. Так, локация отдаленно напоминает Дренорскую. Смесь Дренора с этим, с Урамаром можно, наверное, сравнить. Вот это вот непонятные вот текстурки новые, это вот это вот какой-то солнечный космический корабль, что это, блин, я не знаю. Короче, вот уже видны новые текстуры, которые будут нас ожидать в Аргусе. В 7.3.0 дополнение, по-моему. Хотя не знаю, когда они, возможно-то они не весь Аргус-то добавят. Вот, на ПТР-то доступен сейчас не весь. Ну, как таково, интересно, что Лока для меня открылась, вот это. Но я появлюсь на кладбище, если попробую здесь высадиться. В принципе, я ее уже вот сейчас заснял, как мог, вам показал. В лучшем случае, если мы высадимся, я ее засниму подробно. Так еще она, если с мобами будет, это, конечно, будет проблематично, но да ладно. Хер бы с ней. Сейчас давай напоследок, сейчас Трой попробует куда-нибудь приземлиться на вон тот замок, или что это такое? Он без физики. Он без физики, да? Да. Ну, короче, сейчас куда-нибудь приземлимся, чтобы я панорамой так и отснял, вот вообще локу эту, что она есть. Вот мы Аргус видим. Дай-ка я вообще сейчас точку нажму. Я сейчас сниму. Ай, блядь, у меня же не стоит на точку. Сейчас я настрою интерфейс. Хочу для гильды сделать пару скриншотов. То, что я был в Аргусе. Это где у нас назначение клавиш, по-моему, да? И обзор Alt-Z. Где тут? Вот она, Alt-Z. Мы на точку ставим. Вот. Короче, сниму для своей гильды, что я с эти, где я был. Ничего себе, завидуйте. Я был на Аргусе до того, как были вы. Потом, что у нас еще здесь интересно можно заснять. Вот это место, тут какое-нибудь, я не знаю. Ну, парочку вот таких, наверное. Ну, блин, кадров не шибко много, но похер, ладно. Включу вам худ, не знаю зачем, без него, наверное, лучше было, но да пофигу. На этом, возможно, по этой локации все. Мы сейчас пойдем на следующий остров. Если у нас получится высадиться, то тогда мы запишем для вас еще что-нибудь интересное, что здесь есть. Побегать уже, так сказать, от первого лица, все посмотреть. Вот. Так что отключаю пока что запись. На этом не прощаюсь.